Благим. Есть. Рин. Подам. Я взорвать хочу. Не надо ехать. Стой. Не. Это не я стою. Не, тут все. Бета едет, еду за ним. На Бету один так хорошо. Там второй пошел. Одна ринка перед да, пытается. Сейчас я выгляну. Не-не, она прорывается, на Б пытается. Ага, вижу. Сейчас начало. Под первый там. Там 5 человек поднимается. Ринг подогнал. В принципе, пусть берут, видишь, 3 минуты до конца осталось. Можно так постепенно все точки сдавать и чисто парить.
Если вот до истечения 5 минут, да, больше шансов проебать, короче. Не говоря уже о том, когда точку проебут в первую минуту игры. Ринку опять дорога, дорога. Сейчас уеду. Чарли какой-то бой. Транспортная сзади где-нибудь. А еще к себе трое. Одна ринка минус, еще одна осталась. Блять, я себя взорвал. Беринг.
Ринка минус. Даже с двумя точками не выиграть, если мы Б не сделаем. Они просто потратили время, но времени не хватит. Еще одна ринка разгнали. Еще одну еще тащили? Да. Туда же, да? Да, 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 да. Кулак на спидах-то оказывается. Я не стоял, просто полагать. Я тебе говорю, что ли? Как возможен, когда это... Служба сервера... Как ты же там, понял? Сервер. Что, Ринка живая у них все еще? Да. Поднимается очень много. Помнишь, душка Никита и Грин Риппер? Не. Все, они практически нет. Вижу.
Рина? Уебанская карта, блядь, две дороги нельзя было сделать. Сейчас, когда последняя карта останется, можно будет сюда кидать, а не проиграть. Задаю? А, кулак наш один кломан. Сломал. Блять, лошарка взорвал меня. Ну и что, Ринка внизу была под Б? Не, не было там. Джерс 27 набил кулаком. Что-то, блин. Ну, блин, ну колоссально он быстро двигался, если честно.